мне всегда нравилась научная фантастика. Всегда влекла идея почувствовать себя настоящим первооткрывателем, исследующим космический рубеж. И благодаря ИФ все это стало возможным. В вашем распоряжении окажутся устройства маскировки и зонды для сканирования дальних уголков космоса. Вы сможете побывать в неизведанных местах, полных тайн и опасностей, и найти ценные древние реликвии давно исчезнувших цивилизаций. Вы сможете исследовать червоточины, кто знает, куда они вас приведут. Здесь можно встретить пульсар или магнитар, испускающий мощные волны, или черную дыру с сияющим горизонтом событий вокруг нее. Все это напомнит вам о том, как далеко вы уже зашли, и что ваша родная система осталась далеко позади. Это просто невероятное чувство. Ощущение того, что вы живете на самом краю Вселенной. И всегда есть риск, что вас может найти другой игрок, который как раз охотится на таких исследователей, как вы. Но даже если вас обнаружили, даже если вас раскрыли, вы всегда можете спастись. И чувство, что вы перехитрили смерть, просто незабываемо. Именно ощущение опасности придает остроты происходящему. Основная часть того, что я вижу в онлайн, связана с тем, что я делаю и какие решения принимаю в игре. Все это часть поиска себя, и я не знаю, куда меня заведет тот или иной карьерный путь, или чем я вообще захочу заняться. Просто оцените масштаб возможностей, которые дает вам ИФ онлайн.